Всем привет! Приехали мы на рыбалку половить карасика. Будем рыбачить с лодки на таком чудесном большом карьере. Будем рыбачить. Заплывем в камыш, дальний тот. Закормим, друзья, место. Закидаем прикормку. Также мы с собой взяли. Попробуем рыбачить. Так, где у нас здесь? На корвалол. Посмотрим, как будет ловиться карасик у нас. На корвалольчик. Вот такой корвалольчик. Вот такое чудесное место. Там рыбаки рыбачат, друзья. И по той стороне тоже две машины стоят. Все, мы заплываем на своей лодке. Плывем ловить карася. Опускаемся аккуратно. Такой большой садок, что это здесь. Речка глубокая, штиль полный, ни ветра, ничего, полная тишина. На улице у нас сегодня тепло, сейчас подберем хорошее место. У нас, скорее всего, поедем там, где мы были раньше рыбачили, там будем рыбачить. Там место хорошее, проверенное, как бы, можно сказать, рыба есть там. Посмотрим, как будет клевать у нас. Красота неописуемая. Лес начинает немного желтеть, листья желтеют понемножку. Вот такая прекрасная погода стоит. Полный штиль. Места хорошие, друзья, здесь много у нас травы, камыша. Все самое необходимое, чтобы рос карась. Попробуем, если повезет, поймаем трофейного карасика хорошего. Ну, по-любому, на зарех что-нибудь мы-то наловим. Густой камыш, друзья, вот. Дно прям светлое-светлое. Вот здесь небольшой такой этот уступ. О, рыба какая-то поплыла. Ну, прям видать. Тут чернота. Все, практически уже приплыли, где мы раньше рыбачили. Осталось немного. Буквально здесь метров 10-15 проплыть. И все, друзья, можно рыбачить. Места хорошие, прям, можно сказать, замечательные такие места, классные. Так, друзья, нашли мы место подходящее. Будем кидать вот под эту траву, вот сюда, с краю, в это место, и одну удочку вот сюда, где пенопласт стоит. Попробуем сюда закинуть, тут камыш густой, и посмотрим, где лучше будет клевать. Все, распаковываем удочки, начинаем нашу рыбалку. По наживке, как обычно,
такие упитанные, красные навозные черви. Еще к этому мы добавим немного сюда корвалольчика. Место замечательное, хорошее, прям такое. Вот так вот. Слыхать, как чомкает карась. Ох, как он чавка здесь. Так, взяли крыволов с собой. Сейчас накапаем на червячка. И посмотрим, как будут клевать. Вот. Хватит пару капель. Крыволочка. Запах какой пошел. Офигенно, можно сказать. И будем бросать под эту траву, потому что карась весь стоит возле этой травы. Так, друзья, здесь у нас прикормочка. Вареный горох и перловочка. Все это закормим тщательно. И будем ждать нашего карася. Сейчас весь карась должен собраться на нашу прикормку. Все отлично. Место закормили. Будем ждать теперь поклевки. Мы успели закидать корм, и вот первый карась попался. Ох, какой хороший, братчон. Опа. Вот он, родной наш. Вышел из засады и схватил. Блестящий такой карасик. Хороший прям. Сразу только закормили, буквально прошло минут 5, наверное. Даже меньше. И карась уже у нас на крючке. Тихо-тихо. О, опять что-то плеснулось там. Уже рыбалка мне нравится. Есть поклевка. Можно сказать, не зря проехали. Так, опять поклевочка, друзья. Поклевка, хотел карася показать. Клюнул уже. Так, ложная поклевка была у нас здесь. О, есть, есть. Какая-то мелочок, друзья, была. Сошла. Вот как подкормка действует на рыбу. Рыба сходит с ума. Можно сказать так.
такой карасик неплохой. Здесь посидели, клёва нету. Попробуем передвинуться немного. Так, вот наша прикормка лежит и не тронута. Все-таки сплавал на свое место, где мы до этого рыбачили. Так, немного передвинулись, изменили место свое. Будем ждать теперь, друзья, здесь поклевки. Так, вот, есть поклевка большая. Вот, давай, давай, родной. Ага. Ждем. Сейчас он поведет. Ага. Так. Немножко поклевывает. Мусолит наш поплавок. Родной, тащи. Вот, ага, чуть-чуть, давай. Ух, как увел. Вот это, друзья, что там? Кусты завел. Не могу вычесть его отсюда. Завел кусты. Придется плыть сейчас, смотреть, что там. На жук такой вот еще сидит на месте. Она бьется что-то пока. Бьется. Все. Сошел карась. Есть поклевочку. Вот он повел. Есть. Шарик. Родной окунь наш. Лёка, потащил. Ух, еще окунь. Очередной окушок еще попался.
Так, 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 поклевка, так, 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 во-во. Есть, 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 есть. Опа, опа, опа. Вот это карась. Только закинул. Друзья, вот такой лапоть, смотрите. Прям можно сказать, красавица. Мощный красавица. Вот это рыбалочка. Лапти такие. Что характерно, поплавок только опустился в воду, только он закинул. И буквально в течение 30 секунд под воду и потащил прям камыш. Вот такой карась здесь дикий. Так вот, опять поклевочка. Вот-вот-вот, ага. Так вот, так, так. О! Что там? Окушок попался. Окушарик, окушок. Мелкий вообще такой, окунь. Красота, солнце садится уже у нас. Обычно карась начинает клевать, как солнце садится, он начинает прям сильно клевать. Поклевки часто и начинаются. О, о, еще карась. Рыбалка поперла. Тоже такой хороший прям карасик попался. Вот, в принципе, натаскали уже немножко рыбки, карасиков так. Сейчас эту удочку поменяем на живку, червячка свежего поставим пару штук, хороший пучок. Я думаю, что будет поклевка. Долго не будем ждать ее. Так, есть поклевка. Есть поклевочка, так кто-то. Окунь. Очередной окунь попался. Тихо. Стой. Вот он. Такой голодный окунь. Полностью червя съел. Ух, как повел. И опять походу окунь скорее всего. Балуется. Есть поклевка, вот-вот-вот повел. Бляха-муха. Чуть-чуть, блин, это хорош. Поклевка была офигенная, прям можно сказать. Хорошо потащил так в кусты прям. Так, есть поклевка. Вот она, друзья. О, бляха-муха, что там опять? Мелкий окунь попался. Так вот есть поклевка, вот-вот-вот. Так, 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 клевочка, так, так, ну давай, 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 давай. Вот он, вот, друзья, ага. Опа, есть карась, карась. Вот он, е, боже мой.
Это вот это лапы, такую лаптя еще не ловил. Ой, есть, я вытащил его. Друзья, я его вытащил. Я не знаю, сколько раз, грамм 600-700 точно. Лапище какой. Просто трэш какой-то. Просто трэш. Бомбический трэш. Сейчас мы его рассмотрим получше. Ну что, друзья, можно сказать. Вот такая у нас добыча. О, тихо-тихо. Вот такой крупный карась прям попался. Все это на корвалол у нас получается. С помощью корвалола такие крупные караси клюют. Вот так, друзья, вот такие здесь крупные карасики обитают в этих камышах. В следующий раз приедем, прям получше закормим место пораньше. И будем надеяться на хороший клев крупных карасей. Окунь. Окушок. Я-то думал, уже карась прилетает. Такой небольшой окунь попался. Друзья, вот и завершается наша рыбалочка на карасика. Потаскали мы от души, прям таких крупных карасики у нас клевались сегодня. Что, всем пока. Ставим лайки, пишем комментарии. Обязательно, друзья, подписываемся на канал. Всем пока.